Йоу-йоу-йоу! Хей! Всем привет, друзья! Меня зовут Андрей, это канал Александр Медусполнение вместе с Медплеем. Мы направлены на стиль андеграунд, где придали стиль тачки, карбоновый момент. И прямо сейчас мы готовы идеально идти к завершению. Стиле карбон, друзья, придали тачке вид, абсолютно эстетику ей добавили, соответственно, да. И выдаем базу как смысл и цель жизни в андеграунд, соответственно, да. Скрытая гонка, я просто, друзья, маленько трендерил, я почти потерял эту скрытую гонку, пока, соответственно, пытался, врезаться в тачку и, соответственно, чтобы не терять эту самую лишнюю бесплатную, которую нам раздают эту гонку, естественно, я решил, сразу же, да, пошли вот эти вот вспрыски, закиси азота, все вот этот момент, вспрыск. Все это, что мы любим, все это, что мы знаем, все это, что мы, соответственно, делаем, да. Запись фиксируется, я фиксируюсь, игра фиксируется, 90 FPS, друзья, 28 выпуск, соответственно, этот выпуск считается предпоследним, по сути, да, 30-ки не будет, 29-й будет, скорее всего, финальная серия. То есть, друзья, сегодня у нас получается предфинал, потому что больше не надо, но у нас 27 серий было, сейчас 28-я, все правильно, 27 вроде бы гонок было, 28-я, поэтому, соответственно, да, я геймпад убрал, потому что, опачки, уйди отсюда, я грязный. Исполнитель в андеграунд. Я готов сегодня, в принципе, записывать. Чувствую, что я начал хорошо, поэтому, соответственно, готов записывать. Ну, блядь, я не думаю, что сегодня буду записывать две серии подряд, потому что, ну, это не то. Надо оставить, друзья, весь этот наплыв, весь этот натиск, весь этот порыв в себе, который, да, есть в тебе, и оставить на финальную серию зарядную эмоцию, потерю, не потерю, все вот это, духе, все поговорим про судьбу. Помним, скажем, естественно, да. В финале, естественно, все про это скажу. Поэтому так, мы сейчас проезжаем гонки, в основном только гонки, да, у нас стоит их буквально 8 FPS просили, не понял сейчас, да. Не понял сейчас, да, почему КПС спросили, так не пытайся. Не пытайся, братан, уйди. Наша задача сегодня, естественно, пройти в основном гонки, но наша задача понять сегодня максимальный рейтинг. Возможно, теперь будет называться максимальный рейтинг до небес. Максимальный рейтинг взлетел, максимальный рейтинг Смита. Я мокрый спокойно, да. Я мокрый волос помыл под этим утром. И вы не думаете, что, соответственно, я, допустим, там кудрявый какой-то. Нет, я не кудрявый. К сожалению, я не кудрявый. У меня волосы вообще, если честно, не особо крутые. Волосы не мое. В общем, да. Ну, волосатый, это, конечно, неплохо. Волосатый, это, конечно, неплохо. Это очень даже так рокер, так исполнитель, все красиво. Все красиво, все, да. Так, музыка такая идет на волне. Мы красиво тоже едем по встречке, ебашим. Почему по встречке очень опасно? Ну и ладно. Три круга, да, много. Две минуты, из них 2-3 круга. Это 6 в сумме будет, наверное, да. Но это скрытая гонка нужна была, потому что, ну а как, я еду, спокойно еду, смотрю. Оп, поворотик. Ебаный тебе бротик, спокойно. Плохой поворотик, ладно, не поеду. Так, ладно, ну, у нас три круга не сложно, в принципе, хавамали, они такие себе, они ничего не могут, они, в принципе, ничего не могут. В общем, друзья, у нас скоростное прохождение должно быть, у нас эта фаза была очень хорошая, мы с вами, друзья, по полной программе ускорились, я думаю, друзья, мы добрали идеальный тот самый темп, который должен был быть и должен присутствоваться. Опа, я красиво смотрю, можно даже запись посмотреть и для пройденного пути, но мы не будем на это тратить время, зачем, в принципе, тут ничего такого особого не было. 2.25.27, ну, в принципе, неплохо, соответственно, можно и маленько ускориться. Давайте, друзья, представим такую цифру, например, 2.20, я вот булки насмотрел, он часто загадывает цифры, там рекорды обновления, перед обновлением. Я, кстати, что-то такое подобное тоже делал в детстве. Любил загадывать, имеется цифры, и, соответственно, они бывали попадались. Они бывали попадались на те, которые, естественно, я и загадывал, поэтому, друзья, 2.20, сколько там было, я уже забыл, 2.27 вроде бы, да? 2.25.27, по-моему, да. Давайте 2.20, короче, все двоечки, короче, три двоечки, джекпот, красиво, можно даже и в покер сыграть. Покер, флеш-рояль, все в этом духе. В общем, друзья, мы с вами приближаемся, уверенно идем к завершению этой игры. NPS Underground, друзья, походу нас отпустят навсегда в правильную карту, в правильный год, в правильный момент. Мы завершаем идеально построенную нами загадку, игру и тайну, и всю раскрыли, да, и красиво, да. Машина, в принципе, по сути, имеет фулово все абсолютно, да, мы сегодня заедем в пенячку, внутренности, характеристику, естественно, все это обновим, как свой комп, да, который нужно обновлять, естественно, если у тебя какая-нибудь винда стоит твоя, то, соответственно, да, она требует никакое обновление, и машина тоже никакое обновление требует каждый раз, чтобы ее обновляли, чтобы вставили ей все красиво. И, в общем, блять, вообще заряжен сегодня я, походу, да, потому что волосы, походу, мокрые слишком. Ну не, финальную серию я, конечно, могу сегодня записать, в теории могу, в принципе, а что нет, тут просто проехать все гонки надо, естественно, и проехать все суперлиги, и я, насколько помню, профлиги, точнее, там, по-моему, будет еще у нас встреча с финалом какой-то, что-то маленечко, я, по-моему, да? Так вот чуть-чуть, да? Вот так вот чуть-чуть, да, то у меня слишком много, опачки, сейчас, спокойненько.
Ну, блядь, ну, поворот, конечно, я не могу. Поворот, конечно, я просто не могу. Они просто жестко, уверенно идут вперед. После этого поворота обычно всегда, но все равно потом я их в итоге обхожу. Но в итоге я обхожу. А где, кстати, четвертый? Не понял. Где, кстати, четвертый? Он вроде бы... А, он прям сзади едет. Мне показалось, что на этом моменте... Опа, 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 что это за момент сейчас был? Это сейчас что за просадка была у тачки, которая едет вторая прямо сейчас? Опа, аккуратно. Сейчас можно было в свечку, да, проскочил, черт, дьявол спокойно проскочил, удрал. Бля, 2.15, я поставил 2.20, не, я не понял, нихуя я херачу. Но если 2.15, хорошо проехали, давайте 2.11. 2.12, 2.11, примерно так. 2.12 или 2.11. Я думаю, я еще лучше проеду, потому что, ну а что? Я могу, я могу. Если я могу, то я могу. Я даже нет, сейчас на пафосе поеду на нитро спокойно. От них просто уеду, да и все. Уеду от них красиво, и все. Главное тут поворот пройти красиво. А я понял, почему такой большой отрыв. Потому что поворот я все-таки прошел. Как-никак, все равно, хоть я и врезался, но все равно я его прошел. Так спокойно поезд над нами едет. В андеграунд, подземелье. Все красиво, все как всегда, да, соответственно. Я всегда красивый, и, соответственно, все красиво. Все красиво, понятное дело, а как иначе. В андеграунд по-другому не может быть. Даже обидно и даже печально, что скоро финал. То скоро конец андеграунда тоже. Это очень обидно. Мне вот не нравится. Мне нравится продолжать постоянно. Опа, аккуратно, блядь, спокойно. Мне нравится постоянно продолжать развивать эту самую мощную скорость. Попытаемся развить эту самую скорость до максимума в финале андеграунд. Естественно, каждый раз все больше и круче, и больше, и много, и да. Я пытаюсь. Я на протяжении всей прохождения всей этой андеграунда я развивал скорость максимально большую, сильную, огромную. Может, даже сейчас попробую развить еще больше скорость, да. Прохождение тоже, друзья, максимально набрало обороты в ускорении, в скорости, друзья. Хоть мы и начали эту игру проходить давненько, но мы ее завершили по всему. Опачки, поворотик. Это куда? Это мне вот сюда. Ну что, друзья, два... А, нет, это не тот поворот, кстати говоря. Я на нитро ускорился, так красиво от них удрал. Удрал от них красиво, соответственно, да. Они, в принципе, едут, они едут, они, да. Они едут, но, в принципе, на 6 секунд, кстати говоря, отрыв-то уже большой. Это очень большой, друзья, уже отрыв идет. Очень большой отрыв. Максимальный, друзья, расход у нас идет. Опа, аккуратно, что-то это не сбил меня. Ты понимаешь, что тут едет гонщик? Тут едет исполнитель, друзья. 200. Опачки, неплохо сейчас было. Успел поворот, вошел в поворот спокойно, друзья. Сейчас мы, друзья, знаете, что сделаем? Там была вот она отметка. В автосалон мы не поедем. У нас Nissan Skyline до финала, естественно. На финал, 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 сюда. Два, у нас две, два. Сколько я поставил? 2.12 я поставил. Ну-ка, будет оправдание, будут пророческие слова, сказанные мной, сказал я бы, да. Сказал, что 20 серий будет, 29 будет серии, и, соответственно, 29 будет серии. Да большая очень гонка. 2.12 я сказал, будет 2.12. 2.13, ну почти. Минута. Секунда, точнее. Секунда всего лишь, да. Нормально, репутацию не дали, но деньги зато дали. Ну и гонку добавили. А гонку добавили — это хорошо, друзья. Сразу, друзья, на берегу должен сказать. Скажу на берегу сразу заранее, поставь лайк, прокомментируй, что ты думаешь, и, соответственно, придай больше просмотров на первую серию MFS Underground. Можешь прямо сейчас зайти в плейлист и посмотреть эту самую первую серию, потому что первая серия должна взлететь. В общем, друзья, Rider of the Storms, да. Друзья, у нас какой момент? У нас момент какой? Гонки — это хорошо, профлиги открывается, профлиги... Не открывается, всего одна профлига, нам нужно побольше. У нас задача какая? У нас задача простая. Мы сейчас проезжаем, я думаю, все гонки. У нас три профлиги, это на финал остается. Обложка DVD сейчас. Мы сейчас что делаем? Мы сейчас, знаете, что делаем? Мы сейчас рейтинг делаем до небес, потому что он может у нас быть до небес. Смотрите, мы сейчас как делаем. Мы сейчас едем вот сюда вот. Там заодно и проедем круг. Короче, едем в аксессуары. Можно по поводу тюнинга еще затюнить тачку, естественно, да. Последнее, что мы делаем в машине, это сейчас мы делаем ей гидравлику до 10 момента. Я вне серии проехал, заехал, посмотрел, увидел и охуел. Как-то так, как цель и смысл жизни. Мы даем базу андеграунд, в стиле карбона. Прямо сейчас увидите, как это будет. Все будет красиво, спокойно. Все будет сейчас красиво, все. 100 тысяч. Ебануться, туфли мои гнутся, спокойно. 100 тысяч у нас бабок, я ебал. Ебал я так ебал, что на 100 тысяч как ебал. Ой, блядь, ебануться. Ну, серьезно, 100 тысяч у нас, конечно, андеграунд нас, конечно, радует. Радует нас андеграунд с жизнями и радует андеграунд с ними. Бабок вообще полно, бабок хоть убавляй. А может, в андеграунде нужно деньги спускать на девочек? Потому что, ну, а куда их столько, блядь? Куда столько денег? Решающая фаза игры идет к завершению. В стадии в сознании осознать то, что это финал. Я вот не могу это осознать. Гидравлика, опачки, вот так вот прыгаем с девочкой. Опачки, 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 хорошо. Хорошо, поебались красиво. Так, получай визуальный рейтинг, есть, друзья. И вот еще двери, друзья. Опачки, не совсем стандартные двери. Ну-ка, открой-ка, блядь, мне. Опачки, заебись. Опачки, заебись. Ну, прям открой себе вот это, да. Вот это на превью можно захерачить. На превьюшку возьмем, нет. А можно повернуть как-нибудь тачку?
ебанусь, я ебанусь. Дайте двери, пожалуйста, можно? Ага. Вот эти вот двери поинтереснее будет. Так, визуальный рейтинг 10. Установить. Как их, кстати, открывать, интересно? Это вопрос. Все, друзья, у нас до небес взлетела машина. Больше мы ничего тут поставить не можем. Или запись, рейтинг до небес красиво. Да, могу, умею. Ну и что, нас сейчас будут по всем моментам чпокать. Она, кстати говоря, не звонит, да? Она не говорит, что мы, блядь, мы самые лучшие, мы все, все просто, мы куда больше. Куда больше, если уже все. Это предел фантазии, предел всего. Так, я поеду на кольцо. Опять что ли кольцо? Ну, блядь, ну эти одни кольца остались. Я не очень любитель колец этих анальных. Ну, блядь, ну предлагают же кольца анальные. Ну что, ничего поделать. Призская дистанция какая? Ебануться. Большая не хочу. Не хочу слишком большая. Я думаю, может быть, эта гонка даже останется вне гонки. Может быть, даже... Иди отсюда, бляха, я еду. У меня финальная серия, последняя. Друзья, еще можно заехать вот сюда, вот где-то здесь должен быть мощность Сталинга, вроде бы. У нас тут кольцо, естественно, на ближайшей гонке, тут звезда. Так, давайте проедем, скинем тут кольцо, посмотрим, и там должно быть где-то рядом еще тюнячка, еще момент Сталинга. Ой, там Сталинг должен быть, не тюнячка, а Сталинг, то есть там должны быть какие-то... Интересные подвесы, обвесы. Именно Сталинг, да? Именно Сталинг. Зеленый это же Сталинг, сейчас тут не ошибаться. Так, стоп. Оп. Да, Сталинг, Сталинг. Там будет зеленый Сталинг. Это обвесы на какую-нибудь красоту тачки. Не мощность. Ну, мощность нам хватает, но я не знаю, мне кажется, я спокойненько сейчас проехал гонку эту кольцевую. И вот, опачки, Драг Рейсинг тут у нас запрятался красиво. Кстати, Драг Рейсинг это прям вообще чешуя еще та. Это прям красота. Иди ты в жопу со своим этим навигатором. Мне не надо это все. Все, сейчас решающая фаза игры идет. Проникновенное, проникновенное, проникновеющее, проникновеющее слово, соответственно. Какое он сейчас? Плохо. Ой, а как там я переставил-то? Так, сначала. Хорошо, хорошо. Слишком рано, ну ладно. Не еду сзади. Ну, тут очень большая скорость, максимально развитая, очень огромная скорость, поэтому я думаю, я без проблем, в принципе, выиграю. Сейчас будет превосходно, спокойно. Оп. Я нажимаю безупречно, блядь. Оп, где они там, блядь? Едут прям за мной. Оп, я на нитке сейчас. На нитке. Блядь, ну ебаный в рот, ну... Просто найс, просто найс, просто волшебно, просто красиво. Это, ну, конечно, жестко. Вот эти вот все эти метро, это жестко, все мафия какая-то. Я не понял. Сейчас будет безупречно. Оп, переключил. Пятая скорость на шестую сейчас переключим. Ну, блядь, ну тут я чему так плохо поворачиваюсь, не понял. Ебашу всем бандграунд, бандграунд. 25, 90, это не максимально проезженная часть игры. Вам не кажется, что я максимально красиво сейчас проехал? Вам не кажется, что ты меня там свистишь? Это максимально развивая свою скорость. Просто максимально развил свою скорость. И вот она вам, пожалуйста. И вот она вам, пожалуйста, еще репутацию придали мне в напряг. И максимум рейтинг до небес взлетели. Все в этой серии будет сегодня. Все в этой серии. Искренне завершаем победную серию. 101 уже у нас косарь. Просто за 100 тысяч уже у нас в кармане. Просто я не знаю, куда эти деньги тратить. Просто настолько их много, что это жесть. Мне бы столько бы денег было бы красота. Так, где-то здесь, где-то да, где-то вот здесь вот должна быть еще одна чешуя какая-то. Да ты мне, блядь, повара... Ёбаная, блядь, непонятная стрела. На сколько там гонок? Сейчас быстро смотрим. Рейтинг до небес красиво. 29 у нас финальная скоро 29-я серия. Профлига-то открылись? Вообще не понял сейчас. У нас раз профлига, звездочки. Она все профлига, я не понял, блядь. У нас на финал останется две профлиги, что ли? И финальная победная гонка, что ли, проезженная часть? И у нас вообще 30 серий затянется. Нет, я хочу 29. Давайте уже... Вот, друзья, соответственно, да, вот что я еще не увидел. Вот что я еще не увидел, вот что я еще... ...стоит заменить практически все детали. Иначе на трассе тебя просто затопчут. Пусти им пыль в глаза. Мы уже пред... Ебануться. А, кстати, жестко смотрится, да? Давайте поставим. Неплохо, кстати, смотрится. По идее, друзья... Кстати, неплохо смотрится, да, вот этот момент? Давайте оставим. Давайте его оставим.
Тритон, пусть будет спойлер. А в принципе, рейтинг уже до небес залетел. А, спойлер не надо. У нас карбоновый же стоит, капот его сделайте. Можно тогда что-то убрать уже, раз у нас это... Расширение кузова даже до сих пор не открыли, а как так? Все, рейтинг, когда уже 10, уже не хочется ничего такого особо менять, друзья. Ну, кстати говоря... Я только что наткнулся на парней с камерами. Снимают Black Top Bandits. Вроде слышали о тебе, но не верят, что ты так крут, как говорят. Надо им показать. Что там снимают? Black Ace Space, что ли? Что они там снимают? Black Ops... А их добыл. Так, подожди-ка. Звезда, надо... Блядь, сколько всего-то? Профлиг открылась? Нет. Потом мы открыли круг. Мы здесь. Звезда. Поехали на звезду. В таблотке тоже надо проходить в любом случае. Замечательно. Мне что-то не очень нравится, но прекрасно. Давайте полежим на спинке, еще заебись просто. Заебать. О, ну это красивый кадр, кстати говоря. Это финал называется. Приехали. Приехали, называется финал андеграунда. Я пока маленько в растерянности. Что, нормальный зад или хуёвый? Я что-то не знаю. Теперь это нормально. Ай, ладно, пусть такой будет, не суть. Не суть, нормально. Карбоновый весь из карбонового момента. Поставлен момент. Так, в общем, друзья, сейчас будем... Надеюсь, тут не надо никуда ехать. Ну что? Прекрасно. Ничто. Так вот просто. Спасибо. Так, обложку не видите, еще 1500. Так, получается, обложка есть, сохранена. Ну, просто замечательно. 44, друзья, в принципе, больше можно не ездить. Все красиво, все хорошо, спокойненько, да. Спокойненько, да. Так, гонки 29 из 35 нужно проезжать. Нужно проезжать гонки, где какие-нибудь полегче. Так, блядь, далеко туда ехать я просто не могу. Но надо туда ехать, получается, да? Ай, профлигу, поехали, профлигу проедем. Там посмотрим, что еще. У нас будет 7 из 9 профлиги. На финальную серию останется 2 профлиги. Мощность машины, я думаю, ей хватит уже, не надо туда заезжать уже. Звезды, все, не буду я все эти звезды... Да, в принципе, можно, конечно, проехать эти звезды. Ну, да, 30 серий будет. Блядь, не сюда поехал. У нас там может быть 30 серий. Хорошим, если думать. Большой андеграунд, очень большой, затянулся просто нереально. Даже уже не знаю, 29 или 30 уже серий сделать. Ну, 30 юбилейных, конечно, будет. Я это не поеду, братан, у меня профлига. У меня профлига, мне не интересно. FPS проседает, 60 FPS, что-то мне не очень нравится. Так, ну погнали профлигу. Красота, да, по мажорному, да, отличный еще и старт, друзья. Уверенно идем к завершению игры. Отличный старт, просто придал, уверенно, все красиво. Да, сейчас, наверное, на запись сейчас еще посмотрю, гляну спокойно, смотри, как мы сейчас смотрим. Плюс тачка новая, видеозапись. Промотай ее. Жаль, что она, друзья, вот это вот распыление своего выхлопы клапанов не делает... На записи это красиво было бы. Было бы красиво, это было бы да. Прям FPS упали в пизду. Погнали жестко, да. Меня прикаляют типы такие, знаете, такие вот типы. И существуют такие типы, да, такие жесткие, такие, да, такие яркие, такие прям особые, прям такие вот, типа вот мажоры там всякие там, или какие-то просто крутые чуваки, которые, допустим, говорят, типа, я тебя сейчас вот просто размажу, просто, ты ничтожился, ты просто хуеплет какой, ты чмо, ты, блядь, ты никто вообще, ты вообще как тебя звать-то, блядь, я сейчас тебя так разорву на этой трассе, ты просто забудешь, как вообще садиться в машину, ты вообще забудешь все. То есть на старте, друзья, они такие заводные, такие крутые, такие, да, такие прям не могу, а потом, когда заканчивают гонку, блядь, последние приезжают,
отвечает на эту гонку. Да, финиширует, блядь, последним. Вот именно, что я хочу сказать одно, что вот эти вот все крутые чуваки, которые при старте говорят, что они типа многого могут, да, но потом при финише они, блядь, они просто ни о чем, они просто не осознают то, что у них происходит. Они не осознали этого дела и, естественно, мне прикаляет, друзья. Ну, серьезно, некоторые вот моменты в фильмах там бывают или еще где-то, что ты вроде бы... Они говорят, что типа я тебя сейчас тебя размажу, ты даже вообще, ты кто такой вообще, ты кто такой вообще, бля. А потом просто, обосрались просто на всей этой гонке, на положенной, естественно, изложенной всей конструкции игры. В общем, свою идею они проиграют, естественно. Идея у них есть, амбиции огромные, но реализации ноль. Вот как-то так, да, бывает такое. Я такое часто слышу и вижу, и мне прикаляют такие типы. Челы такие, которые на старте говорят одно, а при финише сливаются и проигрывают. Как-то так. В общем, друзья, у нас 52 там было. Сейчас сколько проедем? 51. 52 ровно красиво. Сейчас давайте 51 ровно проедем. Будет вообще заебись. И будет вообще классно, будет, да. Надо только ускориться, надо только красиво. В темпе спокойно. Ручник. Опачки. Спокойненько, аккуратненько. На повороте, на замахе. Друзья, не знаю, вам этот момент такие нравится. Типа такие. Опа. Типа такой жесткий. Типа такой, да. Ну, не знаю, мне кажется, как это странно смотрится, но задний... Переклад вот эти вот все машины, тачки, ну неплохо, в принципе, неплохо. Сталинг украсили тачку, обделали, да. Кстати, если вот гидравлику бы эту не поставили максимальную бы, я думаю, друзья, у нас бы десятка выросла именно в этих моментах, друзья. Тем более я не открывал этот сталинг, он был закрыт, а вот я его решил открыть. И в общем, и красиво. Так, профлига, которая подразумевает нас, наверное, 4 круга, наверное, будет 2 этапа. Двухэтапный профлига, это хорошо. У нас 2 профлиги остаются и все прекрасно, все, да, все. Что там, нет, они вообще тут? Мне кажется, эта тачка напоминает, знаете, что блядское какое-то чудовище. Мне напоминает эта тачка блядское чудовище. Ну а что? Чудовище точно, может, не блядское, спокойно. Так, ну что, парни, вы там что, можете что-то? Не, ну, в принципе, они подо мной висят. Всю гонку, всю напряженную эту профлигу, они, в принципе, висят за Лоуренса, с нами едет. Дженнифер Лоуренс, как дела? Дженнифер Лоуренс, с нами, кстати, если еще есть ебашка, если что, то да. Кто не заметил, тот посмотрите, пожалуйста, в табло и увидите, что там Дженнифер Лоуренс, соответственно, едет, да. Так, ну что, это красиво, да, это красиво. По поводу Дженнифер Лоуренс, что, которая, она решила прокататься со мной на треке, там. На треке решила со мной прокататься, она, соответственно, молодец, ну и пусть катается. Я не против, я же не против, в принципе, этого. Сегодня серия может затянуться, потому что нужно проходить гонки, чтобы на последней финальной серии 29-й было все красиво. Да, может быть, и 29-й тоже затянет. Сколько там было, 40-50 там было лучший круг или нет? У нас 8, у нас статистика лучшего круга. 49, ничего себе, как едем, я не могу, как едем, красиво, хорошо, да, поехали, еще один этап, поехали, да, еще один, а почему нет, оп, красота, просто, да, как эти раз, да куда ты меня тянешь, то я же блядское чудовище, ты меня не сможешь завалить, куда ты попутал, что ли, братан, братан, да, я что-то не заметил, красота, не могу. Я что-то не заметил, кто, соответственно, был второй, потому что нужно за кем должен держаться, за кем нужно придать. Давайте, друзья, придадим всю эстетику и всю красоту, и всю изящность гонки, и трассе, и всему напору, натиску игры, и дая. Потому что, ну а как? Надо все-таки выиграть. Нужно 16 набрать очков, и будет все красиво. И все будет красиво. В общем, я порой сам не верю судьбе. Короче, друзья, жесть такая произошла, что просто не могу. Память закончилась на компьютере, на жестком диске, соответственно, да, я думаю, что-то игра маленько фризит, что-то FPS упали, блядь. Я забыл удалить формат записи прошлой серии, еще не той 27-й, а 25-й. Жесть, оставил такой большой файл на компе, забыл удалить и запустил новую запись. Блять, ну бывает. Ну, 28-й выпуск, ну 28-й, ну, свои 28 не смог пройти андеграунд, соответственно, второй. Не, я пройду, конечно, его, но мог бы красиво бы завершить бы, если это была бы финальная серия, а так, к сожалению, нет. В общем, как было сказано про судьбу, да, вот, ты встречаешь судьбу, да, и ты говоришь в ответ, я тороплюсь, да, соответственно, и ты торопишься, да, не видеть перед собой ту самую судьбу. Ту самую судьбу ты не видишь перед собой, но ты торопишься. Или, может быть, это всего лишь мимолетная страсть, или это видение какое-то, видение. Видение какого-то мимолетной нирваны, может быть, в преображении чего-то там, да. Или все же это судьба. Вот это интересный будет момент, как вам скажет,
и так и соответственно будет, что вы дадите мне, и я вам придам, соответственно. В общем, как-то так, спокойно едем. Но я думаю, уверен в том, что судьба — это точно да, потому что NPS Underground — первая гонка в моей гонке. Первая гонка в моей гонке и та самая первая гонка в моей гонке. В общем, короче, едем красиво, в общем, да. В общем, красиво едем, да. В общем, красиво едем, да, едем красиво, в общем, да. В общем, да, да, это либо наша стихия с тобой, либо это предначертанная судьбой вышесказанного, либо это всего лишь... Как-то так, друзья, но если про судьбу говорить, тут можно долго. Я хочу отвлечься от всего этого, соответственно, естественно. Но в Underground не получается, друзья, в Underground не получается, потому что в Underground это и есть своего рода слово «судьба». Coastline, I know, йоу, да, это конечно что? Это уже все, это за гранью, это уже за гранью, да. Ну что, парни идут. Блин, обидно, что серия обрубилась, но она серия сохранилась, все красиво, просто непонятно, в каком моменте она отрубилась. Как запись там продолжится, не продолжится, что там будет, короче, в общем, да. Ну вот так вот бывает, вот так вот случается, вот так вот, да, вот так вот не хватает файла, не хватает места на файле. Я хоть это, хоть сохранилось все. А то представьте, не сохранилось, вот была бы беда. Вот было бы беда, и это было бы не очень. Если так было бы. Так, пропливы едем, она слишком большая. Двухэтапная, так понимаю, но мы едем последний круг. Последний мы круг точно едем. Можно чуть-чуть даже подровняться. Волос начинает отсыхать уже волосы. Отсыхать начинает уже волос, уже минута 7. Так, окей, вот так вот еще можно. Блять, не видел. Сейчас бы еще на четвертом кругу лажать бы, это, конечно, такой. Такое, конечно, да, лажать еще на последнем кругу. Так, ладно, потом причислим. Вот так вот красиво в обход иду. В обход тут спокойно, так иди отсюда. На 240 SX, это прошлое, да, я на настоящем живу. У меня Nissan Skyline 240. Да куда то сын 240 SX? Иди сюда. Бля, брат, нам перестань. Хотя он может быть, в принципе... Нормально, тайм-код нужен. Нужен тайм-код, Snoop Dogg появился спокойно. Rider of the Storm. Rider of the Storm. Rider of the Storm. И госпожа удача. Самая та удача, которая в деньгах нам даст удачу. Ничего, парень, сможет? Нет. Я просто задом заехал. Задом красиво я заехал, да. Непонятно, Лоренс была или не Лоренс была. Это был вообще не Лоренс. Все красиво. Двухэтапный этап. Красиво заканчиваем. Ну, не серию, конечно, заканчиваем. Заканчиваем, естественно, порыв слов сказанных было, да. Так, профлик больше нету. Больше нет профлик, я сказал бы. На спринт я поеду. На сколько гонок? Быстро смотрим. 10-звездочный отель наш. 30-ю сейчас поедем гонку. Так, мне нравится, что осталось нету профлиг. Нам нужно две открыть. Что у нас 30-я серия? Ой, 29-я следующая финальная серия будет слишком большая. Я уже позабыл, я, друзья, говорю, в Underground я начинал играть, это как бы первая моя игра, но я в нее никогда не доигрывал, то есть я приблизительно представляю, что будет в финале, естественно, это последние все этапы, это последние все завершающие стадии, то есть надо, я не знаю, надо ли вообще проехать все гонки, может быть, надо проехать все профлиги, откроется важная гонка с боссом, типа, наверное. Наверное, так, наверное, да. Спринт тоже неплохо, погнали. А спринтом у нас энергетика, как, соответственно, с судьбой. Сексуальная энергетика, сексуальная. Оп, вот так. О, да. Я кончил. Так, спокойно едем. Едем спокойно. Едем спокойно, да. Rider of the Storm. Опять Rider of the Storm. Rider of the Storm. Я, блядь, сам как это чудовище сижу здесь. Как блядское чудовище сижу здесь, спокойно, да. Пока, мне что-то смешит слово, блядское чудовище. Блядское чудовище смешит мне это слово. Смешит плоть, нет. Если я смешит это слово, то лайк ставь. Если тебе это слово смешит, ставь лайк. Опачки, навстречу судьбе. Изменяй, друзья. Точнее, да, это наша стихия. Это наша стихия, да. Во имя сплошного абсолютного кайфа. Rider of the Storm. Need for speed, need for speed, need
Far Speed Underground. Underground. Yeah, Far Speed Underground. Иди отсюда. Это был момент из начала. О, ну, пизда таксисту. Пизда таксисту приехала, да. Так, спокойно, не понял, парень, вы куда, вы зачем туда? Вы зачем вы сюда? Вы Toyota Supra, серьезно, блядь? Серьезно, Toyota Supra? Ты серьезно, Toyota Supra или кто там? Nissan? Нет, Toyota Supra, блядь. Решил попробовать, да, в итоге-то надели-то хуета. Ну ладно, спокойно. В ударе сегодня, походу, да. Надо, блядь, финальную серию, чтобы записать. Just like that. Хуй-хуй-хуй, намонала. Но я обычно такой могу заряженно быть сегодня, сейчас я начинаю финальную серию и все. И все, и никакой уже. Поэтому чики-чики-чики-чики нет. Сегодня, друзья, просто побольше тогда пофиксируем запись перед финальной серией 28-й, соответственно, да. Опачки, финишуры, красивенько, да. Красивенько, да. Это была 30-я, если что, юбилейная пройденность гонка, да. Есть профлига, я спрашиваю, профлига открылась хорошенечко. Поехали. Поехали на профлигу, да. Оставим, друзья, тогда одну профлигу в финале серии, друзья. И, я так понимаю, мы оставим, друзья, с вами какие-то гонки. Опачки, сейчас хорошо залетело. Летело сейчас очень хорошо, да. Я не понимаю, это сейчас, в принципе, проходить зачем все гонки. Просто тогда будем проходить гонки, откроется профлига, едем профлигу, едем в финале гонку с боссом, финал, в принципе, игры. Все, игра пройдена, блядь. Игра пройдена, все красиво, да. Аккуратненько еду. Аккуратненько, что за а что по записи, кстати? Там игра, там, кстати, вылетела серия же, блядь. Там уже, кстати, серия вылетела. Вылетела там серия, кстати говоря. Сколько там у нас получается? Не понял сейчас. Не понял, бляха. Я не понял сейчас, судьба, ты проверяешь наши отношения на прочность или как? Серьезно, Nissan Skyline. А? Ты та самая. Ты та самая, сейчас к тебе обращаюсь. Отношения на прочность. Ты проверяешь отношения. Опачки, сношения. Отношения. Это все решение. Хотя это кольцо было. Но нам оно зачем, это анальное кольцо? Нам с тобой просто, в принципе, вот так вот опачки красивенько. И чмоки, хлопики, чмоки. Хорошо. Хлопики. Че не смотри. Че ты, блядь, несешь с ним? Закрой свой рот. Ща чумау. Выиграй, ща чумау, юролы. Ща чумау. Джаброни, аккуратно. Чумал Джаброни, сейчас расскажу всем тем, кто проиграет сейчас мне, соответственно. Они будут взять Вейгу, сейчас чинов Юрулон, сейчас Чумал Джаброни, спокойно. Нара-нара-нара-нара, спокойно, где эта гонка? Опачки, профлига, опачки, залетаем красиво. Залетаем красиво. Ничего личного, да? Ники теперь с нами. Калиб кричит, что будь его волей, он выкинет тебя с трассы. Он свихнулся. Следи за ним, парень. Я сделаю, что смогу, но не тупи. Глазам не верю, вы облажались против него. Все как один. Если все так и пойдет, знаете, что будет? Ничего не будет. Ни спонсоров, ни славных зелененьких бумажек у вас в карманах. Ничего. Мы свалим его. Не парься, чувак, все будет ништяк. Чтоб вы его урыли, иначе я вас урою. На-на-на-на-на-на-на, что ты уроешь, кого ты уроешь, кого ты уроешь, сопли жуй, кого ты уроешь, ты Джаброни, 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 ты Джаброни, ты Джаброни, ты Джаброни, ты Джаброни, ну что нам эти ваши деньги дали, ну что нам Скарлетт Петрио ваши деньги дали, дали. Что вам? Что нам? Ну что нам сказали? Ваши деньги быстрее сала разлагат печень, ну ебать стало легче. Ну разве что теперь умру быстрей. Ну разве что теперь умру. Быстрей! Нара-нара-нара-нара, да, вот так вот жестко, аккуратно, вот так вот могу, еду красиво, да, спокойненько, да, могу, да, женщины должны облегчать твою жизнь, а не наоборот, красиво еду.
Красиво еду, красиво разговариваю, спокойно. Первый круг, они 59-19, сейчас будет 55, блядь, 19. Я понял, сейчас следи. Следи, сейчас будет красиво, сейчас будет, да. Ну-ка, 55, сейчас заебашим будет суперски. И будет красиво будет, да. Ну-ка, там йота, не йота, стремятся. Так, получается, меня пытается сныть этот хер моржовый, соответственно, да. Который стоит из себя Виндизеля Торетто, но на факте он, по факту, он просто полный лох. Лох просто, ох, ебать, тут у нас ебануться, туфли, аккуратно, да, одел туфли спокойно, костюм одел, штаны одел спокойно, да, еду. Я, правда, в шортах сижу и без носков, кстати говоря, ну, потому что жарко, потому что лето, лето, андеграунд, летом закончится. Закончится андеграунд летом, спокойно едем, ну, кто там? Пытаются? Нет, они пытаются, естественно. Ну, пусть пытаются. Я последний. Опачки, красиво захожу. Захожу красиво, прям под музыку. Красиво так. Да, что это, кстати, за ураган был? Шторм. Это надвигающий шторм какой-то. Сейчас не понял. Сейчас я такого не слышал. Не передавали вроде бы шторм. Не передавали. Передавали, по-моему, шторм. Шторм вроде передавали, но все красиво. Так, друзья, давайте поразмышляем. 57-56. Я поставил 55. Проиграл. Ну, почти, кстати, лучше. Ну, сейчас будет 56. Давайте сейчас ставим 55-99. Ну, прям, вот тут я прям уверен, что будет 55. Не 56, а прям 55-99. Ну, или 56-01. Ну, сейчас вот прям 100% смотрим. Пока мы смотрим, я, друзья, могу сказать, знаете что? Что получается, друзья? У нас на финал остается одна профлига. У нас остается финальная гонка с этим боссом, с этим дебилом, который, соответственно, хочет, чтобы мы его, соответственно, да. Который, соответственно, хочет, чтобы мы, соответственно, ему дам. Ну, как бы, да, это, ну, соответственно, да. Соответственно, да. Ну, как бы, это, да, это, конечно, ну, такой себе, наверное, да, потому что, ну... Он ничего не сможет. Я так понимаю, мы этим боссом и поедем, да, финальную гонку. Получается, сейчас остается одна профлига на финал, и, соответственно, будет гонка важная с этим моим мудаком, по-моему, да. По-моему, да, может быть и нет, а может быть и я не прав. А может быть надо проехать еще все гонки, кстати говоря, у нас еще 5 остается. И одна профлига. У нас финальная серия следующая. Это что говорит? О чем разговор? О чем разговор туда идет? Идет разговор о том, что, соответственно, следующая гонка. Следующая серия будет только не последняя, получается. А может и последняя, не знаю, посмотрим. Так, следующий этап. Я, кстати, не посмотрел, какой был рекорд круга. Ну и ладно. Ну и хуй с ним. Давай-ка, ну-ка, песню красивую. Ну-ка. Уф, эти деньги. За 100 в андеграунд. А у нас тут не за 100. У нас тут не за 100, в андеграунде за 100, кстати говоря, да. Три круга, так понимаю, трехэтапная профлига и три круга. Ну, это, конечно, да. Я так понимаю, в принципе, тогда на этом закончим серию сейчас. Мы же не будем ее раскручивать на 50 минут. Ну да, тогда получается остаются гонки, профлига и финальная гонка с боссом. И все, в принципе, тогда следующая серия будет явно последняя. Но если она будет даже не последняя, то мы ее все равно сделаем последней. Либо я трендерю, либо запишем просто ее, ну, час будет серия. Как бы, ну и ладно. Если что такого нету, может, ну, 50 минут будет серия. Просто я не знаю, уже это фиксируется серия, если уже запись идет 15 минут, но с учетом, что у нас там не хватило памяти и серия отрубилась маленько. Не, я бы условился, записал бы финальную серию, друзья, вот от всего отдохнуть, сесть так, посетить, поиграть, поговорить, расслабиться. Но я сейчас уже уверен, сейчас вторую серию так уже не запишу, и, в принципе, нам... Давайте, друзья, оставим весь этот, все это давление, весь, всю эту вот эту вот... воздержание сексуальное, вот это вот все к машине, к судьбе. Давайте держим это все. А потом, друзья, как говорится, как оп, как выстрелим, и будет красиво. Оп, 48. 82, давайте предпочтем, сейчас будет 46-82 сейчас будет, 47, или 47 сейчас будет, 47 на выходе, спокойно. Прикиньте, такой 47 выходит, я всю жизнь говорю, прикиньте, такой 47 где-то стоит сейчас и снайперской винтовкой на нас целит. Целится, да, он может, кстати, уникум, человек со шрифтом, лысый хитман, может целиться в нас, потому что мы слишком крутые, и может нас... Понятно. Понятно все с этими ботами. А чё, почему нет? Он может в нас где-то целиться сейчас с Хитмана, уникум, потому что мы слишком круто едем, он подумает, давайте снимем этого крутого нелегального гонщика и попытаемся его остановить. Но, друзья, даже Хитман, походу, не способен это сделать. Да не, Хитман не будет такой контракт делать, потому что зачем ему-то? Так, 47, да, 47, есть 47, я же сказал, будет 47, там, видели, на таймер там было 47. 47 там было на таймере, сейчас посмотрим, смотри-ка, опа, сейчас сделаем, смотрим. Следующий этап, да мне вообще насрать. Статистика, 47, есть 47... Ебать, жесть, че творю, да, ну, так, ну, друзья, ну, только такие вот, правильные люди, лайкос ставишь мне красиво, 28, в свои 28, не прошел андеграунд! Ну, что нам?
дали эти ваши деньги. Быстрее стала разлагаться печени. Ну и бац, стало легче. Ну разве что теперь умру быстрее. Ну разве? Так, третий этап из трех последних, да. Третий этап из трех последних. Извиняюсь за свое, некачественное исполнение, ну и ладно. Ну и хуй с ним, спокойно. Едем, Дэвидсон едет. Джулия, Скотт, Эткинс, Дэвид Бекхэм. Дэвид Теннант, Дэвид Бекхэм, Скотт Эткинс, Скотт Иствуд, Скотт из Люди Икс едет с нами, да. А мы красивенько от них уедем сейчас, да. Ну что по времени? Ну я не знаю, наверное, надо это... Скорее всего... Да, скорее всего, это последняя, наверное, да. Скорее всего, да, это последняя гонка. Не будем, да, слишком затягиваться в нашей стихии. Мы в стихию хорошо сегодня вошли, попали в стихию, попали в такт, попали в тайминг, как в соусах. В тайминге это называется у нас ритм движения. В футболе это, друзья, называется... попали в ритм. В ритм, в движение, в правильный момент. Попали в форму. Попали в правильное сопротивление противника и все в этом духе. Едем красиво, едем в дождь, у нас все красиво, да. Музыка играет, и все прекрасно, и все, да. Все по рекорду, кстати говоря. Что там по рекорду, кстати говоря? Опачки, аккуратненько. Ну что, друзья, нас ждет судьбой. Судьбой нас ждет такое, если я стану полицейским, блядь, я одену на нее наручники. Сижу ее. Я, кстати, хотел стать полицейским, но не стал. Но не стал полицейским, но хотел. Так, ну вот стал гонщиком в игре, по крайней мере. В игре, по крайней мере, можно стать гонщиком. Вообще, хорошо быть стримером, летсплейщиком. Ты можешь выиграть, стать кем ты хочешь в играх хочешь стать. Кем хочешь. В жизни не получилось стать этим. Вот, стал этим. Ну вот Snoop Dogg-то это и Snoop Dogg, я тоже песни могу записывать. Тоже могу песни записывать, фиксировать могу тоже, да. Вот уже вот скоро вот альбом буду выпускать, и все будет красиво. Все будет красиво, все будет, да, последний круг, я ебашим красиво, так спокойно, опа, на замах уходим, на замах красиво уходим. Райдер Робер Шторм играет, все красиво. Мейн Эвент последний, да, все, я думаю, в принципе, одна профлига остается, непонятно, сколько еще гонок. Если прям слишком затянется финальная серия, я трендерю все эти лишние гонки, зачем они там нужны, просто посмотрим уже финал, наконец-то затянутого андеграунда, и все, и красиво. Ну, может, в принципе, я все оставлю, в принципе, а почему нет? Скорее всего, я все, блядь, оставлю, спокойно, да. Все я оставлю, потому что я думаю, все пройдем. Мне кажется, пару гонок еще проедем, профлигу откроем последнюю, и будет финальная гонка с боссом, который у нас пытался здесь уже прижать, разжать, нанять пытался наемника Хитмана. Хитмана могли увидеть сегодня, но Хитмана не увидели. Кстати говоря, Хитмана нужно проходить. Хитман хорош, Хитман, да. Андеграунды тоже хороши. Андеграунды всякие NPS-ки, NPS, инфакты тоже хорошо. В общем, друзья, прояви благодарность, сам знаешь, да. Я тебе уже заранее сказал на берегу, что должен сделать. Правильно. Ты должен поставить лайк, прокомментировать, что ты думаешь. Идите на плейлист, посмотреть первую серию и увидим с вами как на вид, так и на трансляции. И на продолжение. А что я так тороплюсь? Может быть, это не финал? Нет, финал. И на продолжение уже на финале, я так понимаю, все, финал, друзья. Финал близок, уверенно пришли к финалу. И финал просто вот 116-186. Бабок просто не знаю, куда их девать. Друзья, ну серьезно, остается все. Остается просто все. StreetX мы сейчас пройдем, этот StreetX... Одни кольца остались, это просто жесть. У нас получается, что по статистике, у нас 60% кстати, игры, а почему интересно так мало процентов игры? 5 гонок, 1 профлига, друзья, ну это финал, все, финал, определенно финал следующей серии, определенно, просто вот никак не взять и никак не подать, никак не раз, да, все, я уже заговариваюсь. Получается, 5 у нас, да, осталось, 5 гонок осталось, с учетом, скорее всего, я проведу, может быть, 3. Я, может, 3 проеду гонки, проеду, допустим, я StreetX, вот это мы начнем, наверное, с этого финала, начнем с StreetX. Такое, конечно, ну и ладно. Ну а как, по-другому никак, посмотрим пройденный путь, естественно, следующая серия будет пройденный путь. Ну все, друзья, я определенно решил, что следующая серия будет финальная, не будем 30 ждать, тянуть кота за, соответственно, да. Все, друзья, следующая серия будет финальная, все, я все сказал, в общем, вы все знаете. Всем пока!